Счет. Мобов взял или босс? Ты босса. Агро время даю. Моба через звезду, которая идет, будем убивать. Мобы идут. Левый моб убиваем. Квадрат убиваем. Станы ему. Ногу порезал ему, блядь. Короче, блядь, кто сдохнет, тот пидор просто. Пидор это плохой человек. Набирай агро на каждом мобе. Шаман. Помогай, и хант, помогай с напулом, мобов маленьких напуливай. И подбиваем. Мобов помогаем, не копим. Бомбы разбежались, агро набираем. Огненных стен не стоять. Сука, сука. Пидор. Пидор, блядь, сейчас ходит за мной. Дайте фул баф. По мобам все играем. Лису захи. По мобам сейчас следующий пойдет. Весь рейд по мобам. Он там все яйца разбил. Бомбы разбегаемся. Мобы следующие идут. Мобов добили. Путя мастаун там забери мобов. Дальше вы добили мобов. Алиса к выходу. Где мобы выходят, иди туда. Иди отсюда. Прожимка есть у тебя, Алиса? Давай. Mm-hmm. Добили мобов у босса. На больших не отвлекаемся. Мобов добиваем. Ты шо, усилки не перейдет? Мобов потом бейте. Бейте мобов. У которых мало хп добивайте, чтобы они не кидали дебаф. Босс один, да хуярьте его. Быстрее по мобам. Бомба. Мобов добивайте и потом босса бейте. Все. Мобов фулл ауе дайте.
Поставь их с боссом рядом. Верьте, это все говно. Крик на хп быстренько обнови. Мобов добивайте уже быстрее. Не убейте этого пидора, надеюсь не сдохните. Получаем. А сколько у него берса? Нет. А, нету? Если бэр откатится, ханта реснет это. После бомбы еру дайте. Да, Геру. Да в спинку бейте. Сколько у него хп? Вот, это что, берса?
А, это бешенство, хуйня. Хуя себе скоро скрит тапки, пизда. Войт, давай шмот ролить. Вы на ком? Да, на мишке валяешь. На мишке. И на молокасе.
Ну я ж не могу сразу двоих пить. Да ёб твою м... Он это шо, он писал. Почему Алиса не может двоих пить? А двух мобов можно не? Печать порчи от молот праведника развешивается на двух мобов. Омен работает, блядь. Там пояс кожаный. Один. Блин, нет, не надо. У нас сейчас здесь, да? Ой, зона. Крафтовые лучше. Коня да. Уже 260-е, нормальный крит скорость. Не, ну. Ща. А у меня совы шмота нет с собой. Там, короче, СК. Весь рук. Да, я эту законтролю. Хуй знает. Ее можно в жабу? Ну, да это можно. Вопрос. Типа, просто я могу промазать, потому что меткости нет. Да, жиза. Но я могу ее покидать. 45 секунд, но у нас два шамана.
Мишке можно подержать, нет? А, да. Хантовской. Спячка. Так спячка и это и есть то, что действует на животных. Так спячка только на животных действует. Я на нее, на гуманоида не кинусь. Я ищу. Спячка. Умиротворение животного еще есть. Бля, не могу спячку найти в книге. Нашел. Окей. Я промазала. Я тоже. О, не работает умиротворение. Зачем ты? Контроль может быть. Сзади. Зачем вы ходки кидаете, блядь? Кто ходки кидает?
Кто? Там овца хилит. Алиса, блядь. Смотрите аккуратно, может лужу разбить. Паладин, да. Аккуратно, да, уже. От канала ездит на шпаклевку, блядь, началось хуйню. Блядь, дека нахуй может кинуть. Я же не сказал, что.
Ну давай на третий, не знаю, если никому не. А, да, я положу. Может, лучше шаманы это друид Тахил? Да может если... танк с чаркой на ступнях это. Вообще без проблем. У Алисы есть надо. Чарка на ступнях? Нету. Значит, она не может. Ты чё, блядь, танком играешь, не зачаренный? Чё, охренел? У меня, короче, буты нет на этот персонаж. А ДД, который не дамажит, тоже ноль. Ничего не спасает. Ой, это... В жизни свет такая себе идея стакать. Я 3 плюхи получу за 3 жизни света. Поставьте рыбу, пожалуйста.
каски обновили. Они на меня пошли, охуенно. Да Алиса, какого хуя вообще здесь находится? Вот почему. Блять, я не успела. Даже на месте с боссом туда идти.
Ну чё ложиться, все живые, они за мной. Не бегите, подождите, дайте проведу. Пиздец, молодцы. Ёбаную мать нахуй. Вы что, не видите, где они летят? Бежать к вам. Ты должна сразу бежать. Я не понимаю. 61% ты уже бежишь тоже с боссом туда. Он сам прилетит в центр после того, как... Ну как я должна была до этого догадаться? Я пока не могу использовать эту способность. Алиса, когда 61% у медведя, ты уже можешь бежать в звезды. Потому что когда переведется, он сам ТПшнется в центр в форме орла. Тему можно поставить, когда все вихри на друиде в центре под боссом. Никто сейчас не умер. Сейчас было просто неправильное действие. Все.
Да. Сейчас пролетят. Окей. Шаман хиль. Аккуратней, кастуйте, у вас один шаман хилит. Разойдите. Геру. Нет.
Алиса, на тебя... Подкинь мне, если он тебе не нужен. На перспективу. Спасибо всем. Благодарю.